Агапы. Любовь и забота о детях-сиротах. Hello, dear friends. Дорогие друзья, радуйтесь вместе с нами. Мы проводим лагерь для детей-сирот в Ровенской области. Мы очень благодарны Богу за то, что Он собрал нас и благословил замечательной погодой. А еще мы благодарим Лису Бонс и ее благословенную команду. Они оставили свои дома, свои семьи, чтобы присоединиться к нам, и мы теперь вместе в Украине, чтобы послужить обездоленным деткам. Меня зовут Лиса Бонс, и я представляю служение детям-сиротам Ingrained. Мы сейчас в Украине, чтобы вместе с миссией Агапы помочь обездоленным детям. Мы находимся в партнерстве с Агапы уже более 5 лет, и Бог строит наше сотрудничество. Мы работаем преимущественно через уроки в интернатах, адаптационные центры для выпускников интернатов. Наша команда хотела провести время и увидеть, как проходит летний лагерь. И мы видим, что это дает просто невероятный эффект, потому что здесь дети слышат Слово Божье. Здесь они получают любовь, доброту, терпение от американской и украинской команды, потому что мы работаем вместе. На этой неделе я была на уроке с Андреем, и у меня просто нет слов. Это не укладывается в мой разум. Парень, которому 18 лет, имеет такие глубокие знания о Библии, об Иисусе Христе. Дети внимательно его слушают и с интересом расспрашивают о Боге, об Иисусе, а еще об ангелах, демонах и духах. Иногда Андрей что-то записывал и говорил: «Я буду искать ответы в Библии». А когда он возвращался домой, то искал места из Писания и готовил ответы на каждый вопрос, чтобы поделиться этим на уроке. Все это помогало детям познавать Бога и те обетования, которые Он оставил в Своем Слове. И я знаю точно, что у них есть Небесный Отец, который никогда не забудет их и не оставит их. Нам хочется продолжать сотрудничество, чтобы доносить Слово Божье через уроки христианской этики в интернаты, центры адаптации для выпускников, проводить летние лагеря, потому что в этой стране дети по-настоящему доверяют команде и приходят со своими проблемами. А ведь это наша цель, чтобы дети увидели Евангелие и пронесли его через всю свою жизнь. И впоследствии я верю, что мы увидим жатву Господню и измененные сердца детей, с которыми мы работали. Мы ценим каждого, кто поддерживает миссию Агапы Ingrained, потому что ваши пожертвования реально помогают изменять жизни детей-сирот и расширяют Царство Небесное. Мы любим и ценим каждого из вас. Я очень благодарна команде Агапы за все, что они делают для этих детей. Глядя вокруг, мне хочется снова и снова провозгласить: Бог действительно благ, и Он благ все время. Помните это и будьте благословенны.